24 декабря 2018 года он у меня загнала его. Это утреннее такое. Давно играют, но решил снять. Больше часа она его. Вот он. Куда? Еще себе прыжок сделал. Настоящий тигр растет. На постель мою так прыгнул он по стулу. Раньше я не разрешал, а сейчас махнул рукой, некогда смотреть. Вот ее достает. Вот он. Ему открыть надо подпол туда. И то ли ему дует оттуда приятно, то ли сейчас за тенью гоняется. Вот опять открыл. Все это кончится скоро. Вырастет большой. Потеряю, купает, мышей ловить. Оттуда привезся слепушок. Тут уже месяц было, сидел слепой. Слепой полностью. Ничего не видел. Ходить нет, идет, а лбом стукается об ножки стола. А сейчас смотри, что делает. Он лапы раскидывает. Он настоящий, у него идет борьба без правил. Вот так его учат здесь. Вот это, тут как Емельяненко только нужен, Федя. Это моя тень. Он за тенью. Ладно, все. Паля расправляется с ним так. Это называется волкузить. Поели, сытые, здоровые. Какая любовь, бабка-то рыжая ее. Я потихоньку снимаю. Что-то невероятное. Она его терпеть не могла. А мать, вот она сидит в стороне. Все себе, говорится, марафет наводит. Вот смотри, что делается. Это она белого так обиходит. Я не могу надивиться. Что с ней случилось уже третий день? Непрерывно ухаживает. И он, главное, глаза зажмурит, вот он, видно. Но она его, все ему тут, и подгузники заменит, и простыни. Он как дохлый лежит. Ну.
Когда мать его лижет, так он лапами махает, там ее корябает за язык, а это нет. Только лапу поднимет, обнимет ее и все. Вот как человек, она весь сейчас животом и весь промывает. Без всякого порошка. О! Никогда не видал такого. Это бабка она ему. Потому что рыжая мать вот этой пали. А этот вот, она его еще дальше, еще даже со хвоста. О, поиграть ему надо. Ну что? Ну давай тогда я тут. О, я вот подшевелил маленько под полошком. Ой, ловит. Ну видно, что ловливый будет. О, от него не уйдет никто. Ой-ой-ой, опрокинулся. Ну давай животик поцарапай. Но кусаться не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. А ты что делаешь-то? Ах, ты такой. Мешок с картошкой, и белый туда залазит прямо в мешок. А эти его оттуда вытаскивать пытаются. Вот мешок, не видать. Да большой мешок высокий такой стоит в стойме. И он... В него сюда с позаранку он залез, вон он копается. Одним глазом глядит. Ну вообще, что там нравится? Хорошо у тебя? Вот, да еще играет, играет. Но вон она картошка-то лежит где. В мешке сидит. Как они любят прятаться. Вот он. Еще не было такого. Это сегодня воскресенье. 30-е. Вот он лапой меня трогает. Ну, что там, хорошо, да? А бабка сидит, караулит его. Давай. Говорят, что завтра будет 2 градуса тепла. Вот если эти метеорологи не ошибаются, значит, опять залез. Прыгнет и туда. Хвостик только торчит. Вообще интересно. А куда же паля-то делась? Спалилась. Где она есть, паля-то? Не вижу я ее. Паля, ты где? Вон она где. Была бы Володя на кровати уже, на твоей. Она любит туда лазить. А, нет, она сидела вон где. Да ничего, 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 сиди, ладно. Она думает, рыбу давать буду. Вот она все здесь. А этот приятель и не вылазит, видать, сидит. Где он там? Он вылез уже. Выскочил? Он там бегает. А, вон он где, под стулом. Бабка стала принимать его, то никак не принимала.
Это уже с бабкой играет. С рыжей. Мать спрятала где-то под кровать. Вот утром все кверх ногами. А сидят и заперти на ночь. В клетке здесь. Там внизу голубь. А они здесь. Сейчас уходить. Вот они открывают отверстие. Оттуда сильно холодный воздух. Поэтому уходим на богослужение. Их надо двоих запирать. А это залезет наверх. Бабка полежит. С бабкой играет, с рыжей. Вот чудо какое. Она его близко не подпускала. А сейчас без него шагу не шагнет. И как он понял, что она его допускает до себя. Играет. Он прямо сходу к ней подходит и ластится. А до этого все на дыбы вставал. Голуби стараются попасть. Голубка сидит там, а этот белый к ней. Со всех сторон прямо так и ходит. Вон он. Он ее видит хорошо. А тут и надпись есть, чтобы знали, что здесь голуби. Чтобы случайно не открыли. Вот все делает. Он ее видит. За коробку полез, там может там сплошная стена. Обошел вокруг, вылез. А здесь я ему убрал коробка на уровне пола, этой полки, чтобы ему не на что было опираться. Он полез и упал. Теперь с другой стороны. А вот в раю этого не было. Они все были дружные между собой. И когда наступит вечность, там он заходит в эти, смотрит. В коробке там маленькие отверстия для света.
Вот лег, успокоился маленький. А это глаз не сводит, здесь сидела, смотрела. Рыжая бабка его. Вот так. Лег отдохнуть. Вот как подходит к отверстию сюда, под эту. Вот я открываю, потому что оттуда сильно дует холод. Под пол сама пошла. А там везде земля просто, земля. Вот так опять закрываю, чтобы не дуло, она сама вылезет. Хорошо здесь держать кошек. Вот так. Вот наше сокровище, книги. Тут Господь мне позволил издать за 9 лет. 38 томов в книжном варианте, в бумажном. И еще плюс 7 в интернетной версии. Было тяжело, конечно, очень. Я даже не ходил лето ни купаться, никуда. Всякие все встречи, все отменялось. А сейчас Володя пришел, сходил за хлебом. Хлеб нам печет сестра Щукина, Неонила Алексеевна. Вот так здесь. Вот печка топится, видно, что тут топится. Так, я возьму, отпрятаю, чтобы видно было. Вон там огонь, уголь. Хлеб разрезал, посушить на решетке. Видно, что это решетка, чтобы он не портился. Еще неудобно. Так, как будто бы смотреть, тут беспорядок нет. Это вот дрова, они необходимы топить. А то гигиена, у вас нету гигиены, там антисанитария, ничего подобного. Вот он зашел. Батюшка, ему есть что валенки подать, а там он кошкам зеленая вода и застыла даже. В холоде. В холоде, дал валенки большие. Есть куда валенки положить. Есть мешок с картошкой. Ну и все дальше. Тут с разными продуктами, лук, чеснок. Как будто вот рядом валенки. Пройти есть где. Еще человеку-то надо больше. Еще ему не надо. Антисанитария. А как ее проверить? А по болезням, которые заражаются. Мы не заражаемся. У нас организм нормально работает. Вот так. Вот все покажу. Рядом голубка. Подошел я к ней. Здесь голуби. Могу даже маленько. Она лишь крылья поднимает. Я просто так. Ну-ка. Даже не дает. Ну-ка. А видишь, бьет как. Видно, что это самец. А это сверху колотится, лезет через решетку. Ну, что такое? Давай я поглажу тебе маленько. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот так. Ну, вот. Надо закрыть тут, чтобы гвоздики между ними. Раз, решеточка. Все. Здесь голуби. Так что тебе ничего там нету. Это раннее утро. И вот они тут. Они голубя хотят достать, не достать, я закрыл его. Но она его отвлекает маленько. Белого паля. Вот они услышат. Как только произнес паля, она сразу все бросает и меня ищет, где я. Одно слово сказать нельзя. Все, теперь пошла. Теперь он за этой коробкой. Вчера я отодвинул, чтобы тут не было приступки ему лазить.
интересно так. Он из-за коробки выскочил. Так. А это с этой стороны его ищет. Палец щетками играть. А это смотрит, где его найти. Так, она решила его отсюда залезть к нему. Ага. Он там перебирает. У меня бобы нацеплены на нитку. Молиться можно. Вот, щетки. Но никто по ним не молится. Так, бобы запасные. Увидал градусник. Теперь надо градусник ему взять. Боевой шнырь настоящий. Вот он глядит. Нисколько не боится высоты. За полгода первый раз вижу, чтобы рыжая свою дочку гладила, лизала. Что-то она сильно уж стала такая нежная. Это вот парень на мой костюм залезла на рабочий, под рукав лезет, кайфует. Она такая нежная. Она смотрит, куда он делся. Куда он делся. Вот, а сидит вот бабкой, это рыжая. А он здесь хозяйничает. Ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди. Иди скорее сюда, иди, иди. Ну-ка, ну-ка, давай. Вот он где пришел рядом с ней. Давай. Все, началось. Вот он, костюм мой. Вот на нее кинулся как. Он уже все дерет ее, почем зря, это она играет им. Вы так камеру не водите, у людей голова закружится. Да, я знаю, но я хотел за ними, виноват. Ну все. Под кровать ее загнал, теперь оттуда она вылазит. Это не она, вон. Надо вон там позицию где-то. Вот идет тренировка. Это фонарь у него рядом, так? Так, лови. Ну-ка, давай. О-о-о-о. На двух ногах стоять будет. Отвлекается еще. Так, так. Он любит это место. Сейчас я его здесь поцарапаю, живот его поцарапаю. А теперь над ним. Вот он уже сидит на задних ножках. Видишь как? Давай. Провод кусает.
Тут книжки ему некуда, а тут сидит. Ну-ка, давай, давай. О, зайка, зайка, давай, зайка. А сейчас я его буду сталкивать. Учиться на сопротивление, гляди. Пытаюсь столкнуть, не тут, а упрямство какое, а? Ну ладно, давай. Столкну я тебя все-таки, наверное. Ну-ка. Вот так. А ну-ка давай, тут будешь сидеть, нет? Давай. Давай, ну-ка. Тут еще никак, там не на чем сидеть. Все на этом. Урок оконченный сегодня. Пошли скорее. Что, все? Все. Закрыл первый этаж от второго. Внизу голубка сидит. А эти теперь будут спать на втором этаже. А днем я ликвидирую, то есть соединю первый и второй. Вон какой. Хулиган растет. Больше никак не назовешь. И мать ему ума не даст. Он ее обижать начинает. Вон. Что делает? Видал, как попёр. Смотри, на ногу ему не наступи. Бабка вмешалась в воспитание внука. Мать пошла. Белый. Володя ему что-то дал. Это он, это что гоняет? Это чесноковку? Нет, орешка. Белый. Ты что, не видишь, что ли? Белый. Это маленькая очень. Пойдем. Надо больше. Хорошую чесноковку, да, она хорошая. Он ее загонит в подпол. Вот интересно, когда маленький был, даже сейчас, начинает зализывать его мать, Паля, то он перепрокидывается на спину и корябается, как бы играет, не дает. Она ему лапы режет. А бабка его, то есть вот эта рыжая, терпеть не могла. И вдруг вот уже второй или третий день она его из-под себя не выпускает, рыжая. Лижет его со всех сторон, и голову, и он лежит. Лежит, не играет ничего полностью. Сейчас, пока я подошел, она уже перестала, вот она где. Решила свою лапу хоть маленько отмыть, свое полотенце. А он лежит там в этом валенке. Покажу, что это. Сейчас я смотрел, она его лежит сверху и снизу, со всех сторон его залезала, уже все чистенький-чистенький лежит. Бабка отмывает. Вот он соскочил. Я подошел под самый потолок, поднялся на стул, тут на валенки залез. И вот он встал. Все утро на его лежит, и днем несколько раз. Он белый-белый сделался. Что это означает? Никогда не видал этого. Она его терпеть не могла, гоняла. Паля вылазит. А Паля вон в дырку залезла, прыгнула оттуда. Вон она вылазит. Вот все. Это мать. Бабка взялась за него. Вот это тоже никогда не видал. Все время кошек держу, но такого не видал. Вот упала палочка. Валя тут. Вот она что. А эти сидят там. Вот тоже на новинка какая-то. Вот на флягу себе пришла. Все. Все утром готовят. Володя тут еду дальше. Не знаю. Ну, попутно надо мне посмотреть сейчас, голубок-то у меня тут живой или не живой. 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 Ну, сейчас я закрытый. Вот она, я опускаю.
Это дерево плита. Вот это теперь тут они ночуют. Вот эти сверху моя решетка. Я ее опускаю. Теперь применилась и здесь голуби. Это второй там. А внизу голубь. Вот отсюда через стекло, если здесь, то ну, не видать тут, конечно. Ну, даже можно увидать еще. Вот так. А это на день закрываю. Потом открою днем. Здесь все уберу, чтобы свет падал здесь. Вчера увидел я, она сидит, летать не может. А сегодня гляжу, уже отелемалась маленько. Вот так. Ну, все сегодня у меня. Это вот он здесь, бабка за ним ухаживает, облизывает его. Он хулиганистый такой растет. Она теперь его вылизывает всего. Ну вот у нас тут голуби. Я сейчас подниму решеточку. Показать как тут решетку вот поднимаю. А теперь захожу на этот этаж и смотрю. А, вот она. Ну, видимо, это сам голубь, очень дрочливый. Ну, подожди. О, какой недружественный. Я тебе забочусь о тебе. Ты поправился совсем. Сегодня, думаю, я его унесу. А ночью возьмем. 31 декабря сейчас. А Володя разрешил взять мне голубей сюда, чтобы парковали утрами. А это все за ними гоняется. Вот он где. Подвинуть надо это дерево. Вот она, бабка его зализывает как. Вот он потягивается. Пошел в зеркало на себя посмотреть. Это зеркало на него смотрится. Володя мой. Вот. Интересно. А там за окном куча воробьев. Я их подкармлю каждый день. Вот они полетели. А тут у меня закачка идет несколько суток подряд. Медленно все. Ну-ка иди сюда. Куда полез? Это нехорошо, туда полез, давай. Вот ему надо сюда сейчас, в подпол. Ну-ка иди сюда, иди, белый. Белый, белый, иди ко мне, иди скорее, ну-ка иди. Белый, иди скорее сюда, иди, подходи. Но, белый. Этот хитрый какой. Это подпол, там земля, но дует сильно. Полез под кровать, боюсь, как бы он там не стал оправляться. Ну, иди скорее сюда, иди, иди, белый, на. Ну-ка иди, на, давай. Понимаете, что ничего у меня в руке нет. О! Ну-ка. Вот уходит. Я за ним. А он в двери идет. Ах ты! После сна надо сходить в туалет. Вот так. Давай, сходи туда, сходи. Ну-ну, сходи, сходи, не упрямься. О! Выскочил. Вот он поднимает ее. Готово дело. Вылез. Ой, смешной такой. Иди, баба.